Братцы, всем привет. И хочу с вами поделиться той информацией, которую я накопил за эти 19 дней по поводу моего восстановления, реабилитации после операции. После, как бы, кто не видел и не смотрел мой ролик предыдущий про разрыв дистального сухожилия. Про разрыв, полный отрыв от кости своего сухожилия, бицепса, вот. И как бы наступил этот день период реабилитационный, вот. Я должен, в принципе, уже разогнуть. Да, говорит, разогнуть, да, кого там разогнуть? Пряник вот этот надо ему разогнуть, вот. Нормально разогнуть руку, как бы у меня это получается, вот. Сейчас я покажу, как бы вот. Вот я могу разогнуть вот эту руку. Вот. В принципе, она у меня расслабленная, вот. Но, вот видите, у меня вторая рука, как бы, тоже вот расслабленная, в таком положении даже, ну, может, чуть-чуть это. Мне надо вот сустав этот выпрямить. И как бы мне страшно выпрямить этот сустав, потому что оно как бы там еще тянет вот это вот. Ну, как бы тянущие эти, как его. Блин, солнце вышло из-за туч. Как бы тянущие такие движения у меня еще есть. И как бы страшно, реально страшно. То, что может что-то вообще не пойти по плану. Но врач говорит, что ты не бойся, главное, все плавно. Вот таких резких движений нельзя выполнять, потому что может быть какой-то дефект или там частичный отрыв. Вот. Потому что еще до конца рано... как бы не зажила, сухожилие еще не притянулось, потому что ему надо, ну, минимум там 2 месяца, как бы, чтобы оно было уже как камень, да. И как бы мне надо просто сейчас руку привести в нормальный режим, чтобы она нормально работала, нормально разгибалась, нормально поднималась, вот такие движения делалась, как бы кистью работала. Ну и как бы вообще просто, как бы, визуализация уже, вена появилась, плечо чуть-чуть начало приобретать свою форму. Предплечье начало чуть-чуть, как бы, как дуб становиться, вот. По чуть-чуть идет восстановление, рука как бы не разгинается, потому что у меня еще стоит вот здесь проводниковая анестезия, частично вот кисть нормально, палец чуть-чуть тоже онемевший. Это как бы отход от проводниковой анестезии. Мне так врач сказал, что со временем это все отойдет, да. И через... 3 дня мне назначили, как бы, я должен приехать в больницу и посмотреть на мою руку, как вообще процесс идет. И как бы после этого врач будет мне назначать электростимуляцию, как я понимаю, да, это как бы такие присоски ложатся и как бы стимулируют током мои нервы, чтобы они как бы были четкие, как бы все разгиналось, все легко шло. Я так вот разгинаю руку, вот смотрите. Это вот движение, типа, вообще, смотрите, вот пытаюсь со всей силы вообще. Ну, типа, идет мандраж какой-то, я вот, ну, типа, это жестко, я вам говорю. Ну, типа, ты хочешь руку разогнуть, но ты типа, у тебя идет какой-то вот нервный тик-тип. Вот здесь вот рана, вот тоже шел в маленькие швы.